Итак, ребята, всем привет. Сегодня у нас огороды начинаются. Но уже неприятная новость для нас тем, что мы сейчас общались именно с местными, взяли разрешение побродить по этому огороду. Но, к сожалению, здесь уже ходили люди. Именно с Деусом, как нам поняли. И мы даже поняли, кто это ходил. И знаете, нас немножко отругали за это. То, что оставляют ямки. Да, это печально. Павел, тебе наказ. Ямки за собой надо закапывать. В общем, посмотрим, что у нас здесь получится. Мы в том году здесь выбивали огороды. Будем ходить Explorer, Fisher и Vanish. Что найдем, надеюсь, вам покажем. А, еще терочка 505. В общем, кто чего найдет, вы об этом узнаете. Проверим в деле Vanish, работает он или нет. Так что с первой находкой обязательно включусь. Ну что, ребята, теперь есть вам что показать достойно. Ямка, в принципе, была глубокая. Vanish цеплял кое-как, тяжело, но сигнал был настолько чистый, что я его продолжал копать, копать и копать. Это у нас, ребята, Елизавета. По размеру двушка. Ах, класс. Вообще класс. Молодец, Александр, молодец. Супер, супер, большая, крупная. Ну что, ребята, и вот молодой у нас комрад Ярик тоже распечатал. 2 копейки. Да, 2 копеечки. Скажите, царица полей. 1820 год. Ну, неплохой сохранчик. Хороший, хороший. Ну, с почином. Папка тоже поднял у него двушечку, чуть позже покажу. Рустик пока сманистый с одной. Вот, тут урожай собирает. Так что, посмотрим. Не густо, конечно. Мы думали, тут прям бух-бух-бух. Куча монет будет. Но, к сожалению, тыквы здесь больше, чем монет. Ладно, продолжим. Ребят, только что общался вон с местными колхозниками. И сказал им, что здесь в основном одна медь. Серебра здесь очень мало. И вы знаете, следующий, который сигнал я копнул, белый оказался. Я думал сначала какая-нибудь пенициллинная пробка. Но нет, это у нас 10 копеек, 30-й год. Сохран просто, просто, смотрите, протираю. И он блестит, играет. Вообще класс. Офигенная монета. Жалко только не 31-й. Пойдет, заберем. Это как мы зашли на огородик Explorer, Серега сразу поднял монетку. Он ее для меня оставил. Не чистил, ничего. Ну, какой-то лысый какалик. А, вот, ну копеек. Нет, все-таки вензеля какие-то проглядываются. И это у нас Лиза, я так понимаю. Да, это. Но она ушатанная, просто какой-то какао. Вообще какао. Ну все, с почином. Первая находка на огороде. Зачетно. Огород, в принципе, еще вот большой. Я думаю, что-нибудь у нас еще и выйдет. Интересно. Ну-ка. А, ну смотри. Да, вензеля получше стали видны. В общем, как-то вот так вот. Но все равно какао. 59-й год. Ну, Елизавета редко бывает, что хорошее. Согласен. Ладно, идем. Итак, ребята, Сергей оставляет свои находки на ямках. И вот у него очередная монета. Это у нас 2 копейки царицы полей. Походу 20-го года. Ну, так вот, метмонетка, бодрячок. Серый пока чемпион по находкам. Эксплойер пока чемпион. Где камера моя белая вообще? У меня в машине. Ладно, зачетно. Ну что, ребят, зашли мы на огородик. Хозяйка Юлия нам разрешила походить. Вот такие вот местные красавицы. Вот, и вы знаете, этот огород раньше в свое время был клондайком. Видео у меня есть, можете посмотреть. Вы знаете, первая у меня находка здесь, вот смотрите, в коконе. Судя по всему, это, наверное, какая-то деньга, ребята.
Ну вот, смотрите, видите, да, в каком коконе безобразном. Жесть полная. Пока не знаю, что за монета. Так что ладно. Чуть позже, наверное, посмотрим. Или сейчас посмотрим. Вам интересно, что сейчас в этом коконе? Интересно? Ну, это, походу, деньга. Ладно, мне неудобно сейчас все распаковывать. Да, это деньга, ребят. Проглядывается орел. Видите, да? Это деньга. Ладно, продолжаем. Сереги, находка. Что там, Сереж? Смотрите, какие ямы. Ох, шатаны. Горелая. Ох, какая красивая была. Угу. Серебро. Шатаны. Чистое серебро. Вот, и у меня тоже. Держи, Сереж. И у меня тоже находочка. Вот она, крупная шаёбочка. Это у нас 2 копейки. Сохран более-менее 1800 год. Нормально, нормально. Продолжаем. Итак, ребят, Серега зовет меня снять в прямом эфире онлайн. Вот отсюда еще с этого огорода. Да ладно, когда ты успел-то, блядь? Вот прям в самом начале. Я ж не стал панику наводить. Да? Да. Жук. Блядь, он пока чемпион, ёпты. Рустик, а, Рустик все поднял. Да? Угу, А2, походу. А2, да. И N1, чем-то. На N1, чем-то похоже. Короче, у Рустика тоже какая-то хрень непонятная. Угу. Самое главное, вот, покажи, беда. Бьенная. А3, блин. А, это А2, ребята. У Рустика А2. А это, ребят, у него А3. С дырочкой. Да, пока Рустика всякая. Че Рустика-то? Лабуда. Давай, че. Давайте в прямом эфире. Вот здесь она, короче. Вот здесь. Да, вот камень я вытащил. Ну-ка. Опа, она. Вот вышла, она. Вышла. А, ребят, смотрите, какая шайбочка. Двух, наверное. Блин, короче, хрен. Монета? Одна, что ли? Вот в таком коконе здесь. О, это двушка, наверное. В таком вот коконе, ребята. Монеты. Катя, да? Да, Елизавета. Ну, неплохо, да. Бодрый. Ну, она или монета? Не, молодец. Пищат или нет? Нет, конечно. Нет, они нет, не пищат. Держись. Вот в прямом эфире появилась у нас Елизавета. Ладно, Серега пока чемпион на огороде. Ну что, ребята, очередная лепешка. Вот такая вот, большая. К сожалению, что за монета? Наверное, покажу в следующий раз. Видите? Все монеты здесь очень странные. Все в коконе. Ну, по размеру, наверное, копеечка Павла. Серый говорит, на помощь мне спешит. А, гурт видно, да. Гурт видно, это Павел Первый, копейка. Ладно. Пойдет, пойдет. Серега позвал на очередной онлайн. Эксплойер редко когда ошибается. Бывает. Еще там. Вон она. Ох, красавчик. Красавчик. И достаточно чистая. Николай Первый. Серебром. Лысый, да? Нет, нормально. Проглядывается, по крайней мере, все. 40-й год, походу. Прям в онлайне, ребята. А! Неплохо. Неплохо. Ребят, Серега. Серега в ударе. Это Рустик здесь ходил. Видите, следы. Шел. И свернул сюда. Не дошел чуть-чуть. Вот здесь вот Ваня же показал, в принципе, видел его сигнал этот. И в прямом эфире сейчас посмотрим.
Так, сейчас. Что тут в камушке? В камушке? Вот это я люблю такие камушки. Сюжет. Ну-ка, камушки. Вот она, красавица, родилась. Какая-то она толстенькая, деньга, наверное. Да, деньга. Ага. Это у нас деньга. Причем деньга-то, смотри, со всадником. Деньга со всадником, ребят. Интересная деньга, интересная. Это не деньга, копейка. Да не, копейка, наверное, побольше. Копейка. Ну ладно, классно. Ладно, продолжаем. Ну что, ребята, очередная вот такая вот какая-то хреновина. И это монета, ребят, видите, да? Сейчас посмотрим, что. Гурт тонкий, наверное, деньга. Деньга, наверное. Да, деньга. Ух, какой сохранчик. Ой-ой-ой. Блинский, смотрите какой. 58-й год. Класс, класс. Да. Ребят, ходим друг за дружкой по своим же следам. Здесь сейчас прошел серый. И очередная монета. Он собирает за мной, и я собираю за ним. Русик, к сожалению, расстроился и ушел. Так, что это у нас? Ох, какая нарядная. Вы так посмотрите, какая нарядная деньга. Ой. Я не люблю вообще деньгу, формат деньги, а это вообще, смотрите, какая. Прям нарядная, красивая. С одной полосой, ёшкин кот. Да? Или две? С одной полосой редкие. Вот такая красотка. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, закончился у нас коп на огородах. Покопали всего-навсего на двух огородах. К сожалению, один был выбит до нас. На второй огородик мы в том году перед засеянием картошки были. Был просто клондайк. Ну, я вам, наверное, фрагмент уже вставлял этого клондайка. Монет было просто зашквар. Время еще, в принципе, достаточно. Как вы видите, солнышко высоко, можно еще копать. Но мы устали копать монеты. Монет наковыряли очень много. И я вам сейчас все это покажу. Смотрим, не пропускаем, смотрим до конца, ребята. Ну и после того, как картошку собрали с новыми приборами, в частности, на этом огороде появился ваниш. И сегодня вы видели, да и сейчас обзор я вам покажу, что ваниш, в принципе, на огородах зарекомендовал себя хорошо. Ну, давайте к находкам. Ходили мы вчетвером. Конечно, был в ударе Серега и вот ваниш. А в другие приборы, как бы, ну, не особо. Ну а что я долго разглагольствую, давайте сразу вам находочки покажу по традиции на своем разбитом капоте. Ну а по находкам, ребят, у нас с огородов получилось как-то вот так вот. Находки, скажу, вот, например, три находки, к сожалению, рустика, А2, маниста и печальная монета, 1/2 копейки, А3. Это, в принципе, очень хорошие. Достаточно дорогая. Ярик сегодня сам лично вот такую монету откопал. Раньше папки, между прочим. Папка еще не нашел ничего. А Яр вытащил вот такую двушку. И при мне глазами нашел вот такую двушечку. Вот, так что терка. Две монеты. 505. Фишер 44. Три находки. Вот. Эксплойер Серега. В принципе, нормально. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. И печальная вот такая вот девятая. Двадцатка серебряная. Вот это печально. Вообще печально. Вот. Так что вот так вот. Колечко у Сереги тоже на огороде. Вот. Ну и ваниш, грубо говоря. Ваня его еще называют. Поднял. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Вот. И вот такая вот. Все, что интересно, это, конечно,
Павел. Очень хороший, интересный такой. Сохранчик бодрый. Затем вот такая вот деньга. Интересная тем, что это перечекан с петровской монеты. Я сначала был удивлен. Что-то какой-то орел пузатый. Видите, да? Орел пузатый. Но когда вот так вот переворачиваешь, видно, что на орле еще проглядывается всадник. Затем в коконах монеты были вот такие зеленые, вот это бодрый еще сохран. Остальные монетки, которые в коконе были, к сожалению, утратили свой внешний вид. Вот у Сереги тоже кокон, кокон, кокон. Вот, и вот это тоже в коконе было. Вот так вот, в принципе, результат ваниша, результат эксплойера, результат терки 505 и фишер 44. Как-то вот так у нас огород получился. Не очень, не очень. Два огорода, ну, хоть что-то.